Так, вот такое течение. Это вот Vortec фигачит просто какие-то там режимы. Ну, это вот такая вот волнуха фигачит от него. Я имею в виду вот такие потоки рывками идут. Ну, то есть, чтобы понятно было, что такое примерно течение. Вот раскачивается край воды где-то сантиметра на 2,5, вот видно от улитки до улитки. Вот. И вот такое течение от возвратной помпы. Это на поверхности через возвратную трубу. При том, что труба опущена, видите, да, сантиметров на где-то 12 в глубину, 10 минимум. То есть она не по поверхности фигачит. Вот она хреначит. Вот таким постоянным потоком. То есть это вот то, что она сверху двигает. И здесь стоит вейвбокс, который, собственно, и раскачивает вот эту вот волну. Вдоль ему не дает вот эта возвратная труба, из нее поток идет, возвратный поток не дает раскачать волну, то есть ломает все. Вот. Вот такое вот течение у акрофор. Так что, кому интересно. Вот. Это вот ЛПСник. То есть тут совсем другая история. Здесь у меня вейвбокса нету. Здесь водичка двигается поспокойнее. Но точно такой же фигачит возврат с такой же силой и мощностью. Я его поставил наискось. Вот видите, труба здесь развернута наискось. То есть она не вдоль аквариума фигачит, а на перерез вот этому вот, где он тут, Vortec'у, который работает на 30% максимум у него там режимы стоят. Вот. И вот это ломает ему поток, чтобы они тут не рвали сильно мне ЛПС. Вот. По ЛПСам видно, да, что они вот сейчас прикрыты, еще утро. Вот, филеи раскачиваются нормально. Ну, то есть они когда сильнее открываются, их прям нормально задувает. Ну и Vortec еще перейдет в другой режим, он будет там то посильнее, их такое проветрит, продувает их хорошо. Ну, то есть тут я даже приглушил течение, потому что, блин, мешает его филеям раскрываться. Сильно их передавливает, и вот такая фигня. То есть... Ну вот. Ну, тут примерно понятно, да? То есть разница. Ну, вот видите, да, ряд? И здесь ничего по поверхности не дует вообще. То есть все в глубине. То есть это все вот опущено у меня здесь вот. Vortec, видите, насколько он ниже это под отсадником аж стоит. И та труба точно так же, как и в том аквариуме, где-то сантиметров на 10 минимум под водой. И вот так вот, такая рябь наверху. Вот как-то так.